Владимир Колокольцев принял участие в 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран, участниц АСЕАН. Накануне глава ведомства прибыл в столицу Лаосской Народно-Демократической Республики, город Вьентьян. С 2011 года Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет взаимодействие с АСЕАНОПОЛ по вопросам повышения квалификации полицейских кадров. В ходе 34-й конференции в 2014 году МВД России получило статус диалогового партнера данной организации. Подтверждаем наш настрой на активизацию многопрофильного диалога и укрепление взаимодействия во всех ключевых многосторонних форматах. Выступаем за сохранение в Азиатско-Тихоокеанском регионе сбалансированной, равноправной и отвечающей современной ситуации системы межгосударственных отношений, укрепление в ней центральной роли АСЕАН. Владимир Колокольцев отметил, что сегодня особое внимание уделяется наращиванию кадрового потенциала правоохранительных органов стран АСЕАН. Ежегодно проводимые МВД России тренинги для полицейских из стран десятки постоянно расширяют свой охват как по количеству слушателей, так и по тематике обучения. Одним из наиболее актуальных в последнее время стали вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков и преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сегодня почти все процессы незаконной наркоторговли переместились в онлайн-пространство. А для легализации преступных доходов все чаще применяются цифровые финансовые инструменты. С учетом названных негативных тенденций в этой области заинтересованы в обмене передовым опытом и отмечаем важность ежегодного проведения совещаний старших должностных лиц России и АСЕАН по наркопроблематике. Видим перспективное проведение совместных практических мероприятий в целях противодействия международной наркопреступности. В заключение Владимир Колокольцев подчеркнул, что взаимодействие с АСЕАНОПОЛ является одним из приоритетных для российского министерства, а расширение конструктивного сотрудничества между полицейскими органами наших государств станет залогом успеха в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.